Так, привет, ребята. Обзор очередной покупок из народного. Если не в курсе, это такой магазин был около метро Ладожской. Грязнющий, поганый, протухшая селедка там была. Это просроченный майонез, подозрительное мясо. Ну и людей там еще ругали, били за то, что они просто снимали всю эту херню. Полиция все это дело покрывает. У меня там пару роликов есть про этот народный филиал сделал на проспекте Просвещения. Туда я гонял пару раз. Кое-что там можно было купить, там какие-то семечки, хлеб прикольный. Но процентов 90 товара дорогого и некачественного. Ну, картошка была 9 рублей, когда она везде 20. Такая же. Так. Тут я интересно заметил, что-то фокус пропал. Странно. Да уж. Ну да ладно, сам поймаю фокус. Что-то слетел фокус. Так, вот здесь. Телефон сделали сотовый. Надо будет позвонить, почему они морду-то бьют, когда снимаешь. Хлеб. Зашибись цена. И по вкусу хлеб нормальный. 32 рубля килограмм. Нормальный хлеб. Колбаса. Ну, более-менее. Ватрушка нормальная. Везде она рублей 80 стоит. Печенье. Ну, с какой-то мухи дурацкой сойдет. Кекс. Ну, так, средненькие. Цена, ничего, пиво, у меня обзор есть, хлам вообще, даже 5 рублей не стоит. Консервы, скумбрия, хорошие, прям хорошие консервы, я уже думал, нет консервов хороших. Вторые тоже хорошие, с Аэронептун. Тут и кот есть, по-моему, вот этот 468. Соусы, так себе, средненькие, но недорогие. Что там еще? А, все вроде. НДС 17.10. Кстати, на какие товары? 18 на соусы. Никогда не смотрел. На рыбу по 10. А почему это? На пиво 18. Печенье почему-то 18. Ватрушка 10. Колбаса 10. Фиг знает, что у них за. За этот, как его. За параметры. Ну, в общем-то, все. Можно картошку, хлеб покупать. Что быстро портишься, ни в коем случае.
Если снимать не будут мешать, тогда можно ходить. А если... Ну что он? А если будут мешать, тогда и даже не стоит ходить, слишком они охеревшие. Мне тоже мешали снимать. Попробую завтра позвоню, если не забуду. Может, все-таки образумились они. Все, пока, стримаши. Это был очередной обзор нищенского закупа. Закупа нищего в народном. Втором филиале. Конечно, тот первый я не хожу уже. Все. Наехали меня, суки. Все, теперь денег хуй вам. Хуй. Конечно, бабки есть ебнутые, они будут ходить вечно. Ну да ладно. Thank you.